Еле прорвались, да? Это женская серия. Серия, не серия. Женский аромат от Латафы. Her Confession. Красивейшее исполнение. Очень стильно, очень изысканно. В коробке это выглядит вот так. Красивый Полова. Золотой перламутр. Да, кстати, видно. Дай потрогаю. Не, держи. Приятная на ощупь. Шикарно. Да. Что тут заявлено? Здесь есть корица. Здесь есть ландыш. И как? Слушай, мне очень нравится, потому что это очень мягко на самом деле. Mm-hmm. Аромат ландыша не люблю. Наверное, это напоминает как моноаромат сирени, вот это из детства. Но здесь я не его совсем здесь... ландыш. Тех, здесь... Подожди, я его здесь вообще не ощущаю. Вот пока ты не сказал, мне прям, вот вообще, я же уже его потестила до того, как мы начали всю эту съемку, да. И я тебе сказала, я хочу этот аромат, когда он у нас появится. Mm-hmm. Я прям его желаю, да, хотя очень для меня сомнительная на самом деле история самого флакона, то есть я, честно говоря, вот эти бюсты не сильно-то люблю, но данная история мне прям очень нравится, реально нравится, то есть без каких-то там продажных моментов, то есть я хочу такой парфюм, все, ты это запомнил, я знаю. Мне нравится, очень нравится. Я не ощущаю здесь ландыш. Возвращаю плотно. Нота маниал или магониал, как-то это правильно звучит. Это химическая молекула, которая отдает, издали напоминает ландыш. Да? То есть это что-то зеленовато-цветочное, вот такое вот. Вот, это не прям поэтому, конкретно ландыш. Наверное, поэтому мне нравится, потому что я люблю фреши, именно зеленые, не цитрусовые, а зеленые фреши. Да, и, вот... и оно здесь есть, есть в сердце и будет смещаться в определенную мягкую сладость, потому что в базе у нас ваниль, бобы танка. А давай-ка мне пшикнем тоже сюда, то есть у меня уже Яра есть такая знаменитая, а теперь еще... Кэнди. Да, теперь еще вот... Этот аромат, в общем, руки у тебя закончились. Как раз. Да, у меня еще есть эти сгибы локтей. Я... Эти сгибы локтей? Я рубашку завернула. Ну что, пойдем на мужской? Да, пожалуй. Мужская конфешн. Да? His confession. Такой красавец. Латафа. Стильное исполнение флакона. Здесь будет начало мандариново-коричневое, нестандартное сочетание нот. Сердце будут выглядывать как раз мауниал. Это у нас зеленовато-цветочные ноты. А в базе это уходит в легкую дымность, потому что заявлен ладан. При этом есть бобы танка, хедр, то есть древесный аспект, он будет выдвигаться. На мой взгляд, совершенно не душащий, но при этом стильный, интересный и цепляющий вариант. Ну, а оформление, ну, выше всяких похвал. Этот флакон просто хочется. А я тебе могу сказать, вот оформление, мне кажется, такое претензионное, с претензией, да, вот на, не знаю, на какой-то, возможно, даже пафос, я не побоюсь этого слова. Но по факту я в этом аромате могу прям представить себе как делового мужчину, то есть в костюме, так и себе вполне спортсмена. После тренировки помылся, душ принял, то есть вот такое вот прям молодежное. То есть я не слышу здесь какой-то, знаешь, прям вот весомости в плане того, что аромат для бизнес-людей нет. Ну, это не прям что-то сильно плотное, да? То есть вот, он да. не душащий. Вообще это вот достаточно разу. Универсальная темка, при этом хорошо скроенная, совершенно не избитая и подходит реально большому количеству людей по возрасту, по стилю, по бизнесу. Я не одна снимаю, я? Ups. Держи.